Представьте, происходит все самое ужасное, что можно представить. Вы спокойны, как скала. У вас прекрасные социальные отношения, вы в банде. Значит, ну, в хорошем смысле, если такие бывают. И третье, вы черепите. Вот дальше представьте себе самый худший вариант. Да? Он и описан. Называется «Ходячие мертвецы», сериал. Значит, это сериал, как бы, катастрофа. Происходит полное, ну, как бы, уже хуже невозможно. Мало того, что там половина вымерла, значит, они еще бегают за вами и кусают вас, значит, шрам-шрам-шрам-шрам. Кто выигрывает в этой пьесе? Те, кто не психует, те, кто может создать социальную общность, и те, кто соображает, как этой социальной общности выжить во всем происходящем. Все, финита. Вот самый худший сценарий. Поэтому нам же все равно жить. Ну, так мы как-то приготовимся уже. Я, собственно, поэтому как бы и в рынду стучу. Люди...